Так, друзья, маленькая зарисовочка. Вот такой вот салат. Не знаю, что это за салат. Дело в том, что изначально он как бы типа должен был быть греческим, но потом получилось, что греческого нет у него. И вот он положил помидоры. Эти. Зелень. Одним словом, обычный салат. Стоит он 3 евро 50 центов. Вот такой вот хлеб. Цена хлеба я не знаю какая, ну тоже где-то евро 2, наверное, да, примерно? Ну, здесь не 2. Вот, потом вот эту штучку он принес, вот это что такое? А, соус какой-то, кажется. Это майонез. То ли майонез, что-то такое, соус какой-то. Вот, такая кафешечка. Находимся сейчас на острове Кипр. Город, как этот город называется? Ларнака. Ларнака? Ларнака называется этот город у нас. Вот очень сильная жара стоит. Смотрите, Анзор ТВ.